В Ульяновской области произошло крушение учебного самолета. Трагедия произошла в Сенгелиевском районе у поселка Красный Гуляй. По предварительным данным, в результате падения самолета два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Это курсант Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации и инструктор, находившийся в кабине воздушного судна. Причины произошедшего неизвестны. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС.